Всем здравствуйте, снова на водоеме. 17 ноября, 13:15 время. Приехал опять на эту плесу, но тут уже постоянно народ на нее приходит. Александр в субботу приезжал. Здесь на тех лунках, где я обычно ловлю, ловил прошлый год, нынче народ сидит, говорит, что это ихний. Пойдем, наверное, в разведку. Там он еще какие-то смотрятся плесы. Сейчас вот это новое место забурил. Последнее на видео говорил, что что-то, мне кажется, здесь должна быть рыба. Сейчас закормлю хитрой кашей. С прошлого года мне вот эта каша лучше всего результата дала. Попробуем ей. Ну и так сегодня опять. Хотя с понедельника морозы у нас были, но ветер сильный, думал, будет, не будет клевать, но в итоге дела не дали съездить. Вот сегодня только среда, и то уже вторая половина дня. Что, попробую. Кстати, вон там он нашел остров, в котором скородок, возле которого прошлый год ловил. Сейчас вроде должно все замерзнуть, думаю, по лабзе перейду. Там, кстати, вроде плеса, причем большая, смотрится, лишь бы не была заросшая кувшинкой. Может быть, будем этот угол изучать. Ну и туда сейчас схожу, там пробурю все равно. Проверю. Пару трофейчиков оттуда попробуем собрать. Вот так вот, что будет, засниму. Ну что, вроде закончил я, в общем, с проверками. Сходил на ту плесу, а мельче. Ну вот примерно как здесь вот. По грудь глубина с этого края. И травы много. Разбурился туда. Сейчас вот пришел, сразу попробовал, вроде какая-то поклевка есть. Время 13:49 уже. Полчаса у меня ушло, в общем. Там три лунки, в общем, прикормил, и туда куда-то через камыш. А еще выглядит плеска. Ну, туда уже в следующий раз пойду, тем более. Какой-то, наверное, мелкий тут. Хватанул сейчас так, резко-резко потянул. Быстро-быстро. Крупный. Более аккуратно берет обычно. Ну, то, что поклевочка сразу была, это уже хорошо. Можно сказать, на новой лунке. Один раз я тут пробурил. Вот где-то сколько-то у меня тут 5 или 6 было. Через каждые метра 2 набурено. Первый раз, когда я тут забурил, без всяких прикормок, двух я поймал. Ну и получается, больше не... Вот такой вот. Таких средних размеров. Ну как средних, даже посреднее надо. Что-то надо посреднее. Ну тоже хорошо. Тоже какая-то поклевочка вроде прошла. Ну, погода совсем какая-то непогода. С утра даже почти солнышко пыталось выглянуть. Сейчас он, ветер опять усиливается. Метель. Ну ничего, попадем еще на хорошую погоду и на хороший клев, я думаю. Возможно, завтра. Потом опять у нас потепление. Градусов, наверное, до -3, что ли. Так что вот так вот, вот. На ночь до -16, и сейчас 2 ночи. А потом опять теплее. Снега. Ну тут, я надеюсь, будет поклевочка. Это одна из самых первых лунок. Правда, на ней клевало очень плохо. Всегда. Но вдруг рыба как раз сюда собралась. Тут и мясо, и каша была. И свежей каши я во все лунки накидал, которые пробурил.
Так что будем смотреть и ждать. Может, еще рано. Время 2 часа. Рыба должна клевать ближе к 3. По моим прогнозам. Не хочет сразу. Сейчас зацепим вот такой вот балансир. Может, это не балансир вовсе, но я его считаю балансиром. Я еще вот третий крючок на него зацепил, чтобы шансов вообще у ротана не было. Некуда ему было, чтобы деваться. И все. Можно просто дергать и ловить. Дергать и ловить. Все равно кого-нибудь зацепим. Ну пробуем. Где-то вот в этом уровне поклевка была. Нет такого крупного, видимо. Ну ладно. И был первый тычок. Ну вот. Убийца ротана. Запускаем его. Главное успеть одеть перчатку до тех пор, пока клюнет. То руки у меня мерзнут. Все, ждем. Поменял опять другой балансир. Вот такой вот. Так там с той лунки не поймал никого. И больше поклевок не было. Здесь вот сейчас какая-то поклевка есть, но не хочет никак засекаться. О, попался. Второй поставил я, в общем, блесенку обратно. Балансир, видимо, не каждому там захватить. Что непонятно, что лучше. Какой-то день больше активности было на балансир. Подсечь было посложнее, но поклевок было больше, чем на блесну. Сейчас как бы 3 штук поймал. 2 на блесну, 1 на балансир. И на балансир поклевки были. В одной лунке на блесну нет. В общем, непонятно пока что. Ротану интереснее. Прошло уже, наверное, минут 40 у меня рыбалки. Я только на 4-й, наверное, лунке. Всего у меня около 10 набурено. На первый круг еще иду. Вот лунка, которую я больше всего поймал за все 3 дня. Кто-то тут вчера ловил. На тени дошел, видимо. А вчера тут кто-то ловил. О! Поклевочка. Хорошее местечко. В первый день вообще ни одной поклевки с нее не было. На второй день, наверное, 2 или 3 я поймал. А потом целых 8. Когда 8 килограмм наловил. Самого крупного тоже из нее поймал. Самый крупный на сегодняшний момент в этом сезоне 400 грамм ровно. Все, один что ли был?
поклевочка была. Может, вообще где-нибудь все подо льдом стоят. Похоже, ага. Буквально сантиметров. Сколько тут? 30. Тоже какой-то мелкий. Крупного нам надо. Мелкого-то мы можем и на другом озере съездить, наловить. И гораздо больше. Держит. Эх, наверное, крупняк. Нет. Мелочь пузатая. А может, это был не он. А может, это был и он. Видимо, был не он. Зацепился, блин. Эх, печаль, беда. Зацепился, скорее всего, за палочку. Операция, в общем, по спасению прошла у меня удачно. Эх, пришлось изобретать такой вот велосипед. Эх, сначала я думал, это у меня потопит. Пришлось ручку испортить. А с ней не получилось. Теперь главное обрезать ту леску. Или может развязать получится. Главное, что мы блесну вызволили. И это хорошо. А может, так проскочит карабинчик? Уперлись, блин, в дерево. Надо отцеп, наверное, дома изготовить на такой случай. Ага, шкурка не пролезет, наверное. Нет, пролезет, пролезет. А вообще свалилась. Паной. Переза этого им зато. Шкурка. Не утопил, так сломаю. Ай, ну ладно, главное блесну пока вытащили. Вот такого вытащили. На первый круг ни одной поклевочки не было. Сейчас сразу на обратном ходу
иду и раз, и клюнуло сразу на опускании. Так-то бы уже пора активно-активно начать клевать. Я десяток еще не поймал. Ловлю я уже, наверное, на рыбалке часа полтора. Штук 7 у меня поймано. Перешел на новую плеску. Так вот она выглядит. Туда у меня вышло поглубже набурено. Здесь вот трава сразу под камышом, хотел угадать, найти и не нашел. Сейчас будем, пробегу по всем уж, раз которые бурил, а потом пойду на те, которые прикармливал. Соседние плеси тоже ходят, ищут, бурят. Я мимо них я проходил, у них хоть что-то было поймано. Второй день они ловят. Здесь вообще сразу трава. Ну что, ищу, хожу. Рыба у меня не клюет. Хожу, ищу, ищу, хожу. Вышел на какую-то плесу большую. Никого тут, видимо, не было. А там, кстати, вон на той маленькой, там маленькая, камыш завязанный. Узелочек. Занято, значит. Там еще здоровая. В этом году я на охоте не был. Но похоже, это не та плеса, про которую я думаю. Или тут все разогнало. Камышом, камыш вернее, разогнало. Или мы охотились раньше на других плесах. Непонятно. Непонятно. Вот еще чей-то скородок. И там тоже здоровая плеса. А тут какие-то следы уже есть. Что кто-то ходил, ловил. Искал, видимо, тоже рыбу, как и я. Вчера, скорее всего, приходил оттуда. Непонятно. Такой ничто. Тычок вроде. Ротанчик. Такой средний для меня. Вот такой вот. Такому я ротану очень рад. Уже такому очень рад. Вот, наверное, самый крупный на сегодня. Грамм так в районе 150, наверное. Заглотил, причем жадно-жадно. Хватанул. Хотя тут первый не намного меньше из этой желунки. Мне кажется, крупнее сегодня нету у меня пока. Не было часа полтора. Вот ротан у меня лежит. Его уже мыши жрут. Мыши тут очень голодные. Видимо. Уже ему животик разгрызли. Опасно тут с ночевой ехать сюда, если на льду заснуть в палатке.
Они могут пальцы обгрызть. Эх, у них там вот домик, походу. Ладно, я его оставлю тогда. Пусть сидят, раз голодные. Раз им хочется кушать. Так, время уже 16:24. В обратную сторону сейчас пройду. И, видимо, все на сегодня. Эх, вся надежда на вот эту лунку. Что хоть штучки три отсюда еще поймаю. Ах, больше трех, наверное, и нету нигде с лунки. Здесь уже два. Вот еще трех поймать. И пять с лунки уже пойдет. Похоже, мечты, 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 это все. Это еще есть, значит, одна рыбина тут точно. А может, не одна. Есть рыбинка. К машину зацепился. Ах, один к одному прямо. Мышка, короче, сейчас была, не знаю, видно было, не видно. Тоже самого здорового ротана пытается скушать. Этого ротана я им не оставлю. Ну что, вот и весь мой улов. 14 штук всего я насчитал. Причем последних минут 40, наверное. Как мне кажется, может чуть поменьше, вообще ни одной поклевки. 17:06 уже время. Все, собираюсь. Буду выходить. Не попал опять я в погоду. Получилось так. Ну что теперь поделаешь. И самый крупный, вот не знаю, тут грамм, наверное, 100. Или вот этот, наверное. Вот их три. Более-менее средненьких таких. Вот так вот. Ну все. Всем пока.